Вот мне сегодня повезло, конечно, несказанно. Первый раз за 900 миллионов лет мы с Люлькой проснулись в гостинице вдвоем. Говорю, это уже, я говорю, полежи со мной, мамочка, достань. Вот она пришла вот такая вот крыска. Потому что сегодня у нашего мальчика Дере, у Люлиного братика, у моего сыночка. Вот Люлька мне такой подарок делает. Что думала тебе? Ты зачем ударила подушку? Так что я прям вот радуюсь, люблю. Что, какие-то титьки, как будто 19-й раз номер. Вот, друзья мои, сейчас я буду похорошее, так Короче, я вам, знаете, что хочу сказать? Рожайте. Потому что, ну, один раз в году вам может быть хорошо. Один раз в году ребенок может быть. На чем мы остановились? На том, что у меня такое ощущение, что ты с демонами титьки борешься. А, что у меня такое ощущение, что у меня титьки 56 размера. Ну, так-то разбалочно. Да что? Я пытаюсь подушку ее убрать, чтобы она была такая. В общем, дорогие люди, рожайте! Рожайте девочек, мальчиков, рожайте их побольше. Вот я очень жалею, что у меня всего две штуки. Родила без десяток, как бы не парилась. Машечки мои. Вот, я все время думаю, кого я больше люблю, Жужу или Лёлю, или Георгия. Сегодня Гоген, праздник. Вот, я люблю эту... Блять, такую. Ой, пардон. Все, пока. Всем хорошего дня. Чао. Пока.